Волна холода, которая идет в Европу из Сибири, грозит обесточить Францию и Бельгию. К концу недели температура упадет до минус 15. И потребление электричества, основного источника отопления каждого третьего жителя этих стран, вырастет в разы. Даже если мы задействуем стратегический запас, нам не хватит и придется искать за границей, соответственно, в Голландии приблизительно 1800 мегаватт. И Франция с Бельгией начнут сражаться за возможность импортировать электроэнергию из этой страны, говорит профессор Льежского университета Демьен Эрнст. В самой Франции 5 атомных электростанций не функционируют по техническим причинам, мощностей остальных может просто не хватить. При понижении на один только градус, когда речь идет об отметке ниже нуля, нагрузка увеличивается так, как если бы на карте появился еще один Париж. Риск того, что в Голландии на всех клиентов свободного электричества не найдется, велик. Местные СМИ публикуют советы, как продержаться, оставшись без света, уверяют, что отключение будет лишь кратковременным.